А нет, все-таки условия не такие пыточные, меня пересохранили. Соответственно, сейчас мы решим проблемы все. Так, покраснение произошло. Это потому, что я, может, в полный рост иду? Или чё? Чё покраснело это все? О! Так, 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 сейчас мы выйдем. Это вообще монстр был. Так, здесь никого? Тут никого? В меня не попадает. Там этот еще, блин, с гранатометом. Гад. Тихо, 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 тихо. Вот этого надо валить. Этого на машине хрена надо валить. Че, с того берега, что ли, кто-то палит? Нет? Блин, вот этот гад. Ну, конечно, блин, конечно. Так откуда, откуда? А стоп. И там чубрик был или мне показалось? Так, давай вот так. Давай вот сюда. Да где вы? А, вот он. Это вот этот, видимо, по мне попадал. Я так полагаю. Так, так, этот застрял. Меняй быстрее свою прокладку. Да-да-да, это был типа этот, летуна или кого? Так. Нет. Отползаем. А, сейчас там минометчик. Все традиционно. Так. Ага, одного снял. А вот с господином минометчиком. Так, 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 спокойно. Хорошо. Хорошо. Это из машины, видимо, выскочили. Да? Или нет? А вот теперь нам надо найти, кто по мне смел стрелять из гранатомета. Так, вот с этой винтовки. Ну, сейчас он бабахнет, как только я вылезу. А ну-ка давай так. Нет, пока не бабахает. Чё, захватываем автомобиль, что ли? Здравствуйте, ваша тетя. Ну, красное все, чё?